Не работает центр уведомлений? Windows 11. Не открывается уведомление. Переходим в правый нижний угол на панель задач. Выбираем календарь и часы. Кликаю мышкой, левой клавишей мыши уведомление не открывается. Что делать? Как открыть уведомление? Открываем пуск, переходим в параметры. Система, уведомление. Уведомление не активно. Некоторыми из этих параметров управляет ваша организация. Невозможно включить уведомление. Открываем поиск, групповой. Изменение групповой политики. Конфигурация пользователя, административные шаблоны. Меню пуск и панель задач. Выбираем уведомление, переходим в правую сторону и проверяем все параметры. Отключить всплывающее уведомление. Включено. Два раза кликаем. Не задано. Окей. Везде должно быть не задано. Переходим во вкладку меню пуск и панель задач. Далее переходим ниже. Проверяем. Удалить уведомление и значок центра уведомления. Два раза кликаем. Не задано. Окей. Ниже. Отключить автоматическое отображение значков и уведомления на панели задач. Не задано. Окей. Разверните на полный экран и проверьте, чтобы везде стояло не задано. Переходим в правый нижний угол, нажмем на календарь. Теперь уведомление открылось. Открываем пуск, параметры. Перейдем во вкладку «Система», «Уведомление». Уведомление автоматически было включено. Ползунок вправо включаем, если отключено. И проверяем все эти галочки. Переходим к «Конфиденциальность и защита», «Уведомление». Доступ к уведомлениям включаем. И снизу включаем. Если все равно уведомление у вас не работает, то можно попробовать перейти в редактор реестра и проверить там. Открываем поиск. Редактор реестра. Выбираем редактор реестра. Эчки Current User. Software. Policies. Microsoft. Windows. Правой клавишей на Windows создать раздел. С именем Explorer. Переходим в правую сторону. Создать. Параметр DWORD 32 бита. Disable Notification Center. Два раза кликаем, выставляем значение 0. 0 означает включение, включение центра уведомления. Окей. Закрываем редактор реестра и перезагружаем компьютер. Если у вас центр уведомления все равно не работает, нажмите правой клавишей пуск, выберите терминал администратор. Запустился PowerShell, где введем команду. Данную команду, центр уведомления связан с быстрыми настройками. Мы сделаем перерегистрацию. Enter. И подождите немного. Закрываем PowerShell и перезагружаем компьютер. После перезагрузки центр уведомлений должен заработать.